Основная часть социальных выплат будет направлена гражданам с 6 по 25 октября. Об этом сообщил Орловский департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Среди выплат средства, которые рассчитываются индивидуально для получателя, а также фиксированные суммы. Так, в октябре денежные средства могут поступить с 6 по 15 число на счета в кредитных организациях как семьям с детьми, так и ветеранам. Кроме того, у нас есть выплаты, которые не в определенном промежутке, не позднее 25 числа месяца, должны поступить на счет в кредитную организацию субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –